Образовательная площадка EduTain, ежегодная составляющая арт-пикника, организована совместно с проектом Handmade By, и в этом году она посвящена урбанистике. И во время Лужкова вообще было невозможно представить, что какие-то изменения могут идти снизу. Тем людям, которые туда приезжают, им не хватает отелей. Они придерживают дверь в метро, не дают вам перестроиться. Из ситуации войны они пришли. Это тоже неприятности, на меня наезжают периодически. Мы пишем все бесплатно, то есть если вот вы откроете там гамбургер, например, будете гамбургерами торговать, мы про вас напишем бесплатно. Они читают заголовок, как правило, провокационно, и сразу лезут комментировать. Какие люди, такие комменты. Мне нравится, что все это превращается в игру, в отдых. Откуда брать деньги на развитие молодых компаний? Я ожидаю, что у меня что-нибудь зашевелится полезное в голове после этого. Я правильно вас понял. Перепрыгивают через пути и садятся в электричку. И мы придумали для них игру. Ничего, кроме как Air Bed and Breakfast, им в голову не пришло. Я сама путешествовала уже через Airbnb, поэтому мне это все очень знакомо. Огромное ваше пожелание для нас всех. Чтобы понравился не только отдых, но и контент, содержание, чтобы было интересно.